пробегусь по томатикам перед сбором урожая. Это сорт Волгоградец. Едим салаты вовсю уже, по большой чашке срываем за день и кушаем. 5,95 тоже уже спеют, хотя должны были быть поздними. Вон какой шикарный куст. Шикарный куст вот этот. Несмотря на то, что около забора, в тени. Не поймешь, все-таки от семян, я думаю, зависит. Томаты из семян. Вот так выглядят. Сейчас практически не поливаем. Дожди были. Но уже завязей много. И здесь тоже 5,95 томатики. Тоже спеют. Сегодня 25 июля. И я решила сделать обзор своих томатов, всех грядок, перед сбором урожая. Сегодня первый массовый сбор урожая. Мы салат рвем давно, а ведрами еще не собирали. Здесь у нас томаты Волгоградский 323. Ну, какие-то они тоже разные. Я вот хочу сказать, то ли пересорт в семенах. Сорт один, кусты разные. Один высокорослый, вон выше меня ростом прет. Другие низкорослые, не знаю. Вот такие здесь кустики. Скрученные томаты пробовали лечить. Не стала я видео выкладывать бессмысленно. В общем, тут и золой делали, и марганцовкой. Видимо, я думаю, вирус какой-то. Удалять кусты надо. Вот. Тут у меня грядочка небольшая с томатиками. Уже вот падают все. И здесь в тени, что я называю бракованные, я сажала. Ну, усыпаны томатами. Усыпаны. Вот. Ну, красненьких мало, правда, здесь еще. Так что можно и на этой грядке, оказывается, в тени выращивать. Ну, все, начинаю сбор красных томатов. И сейчас выложу, покажу, какой урожай у меня на 25 июля. Получается. Первый урожай томатов. Массовый. Он, в общем-то, не первый, но массовый сбор. Вот два ведра. Всего 20 килограмм. Минус старый, естественно. Самые вкусные пока у меня, я считаю, что Волгоградец. Самые вкусные томатики. Вот эти крупные, это в основном... 5,95 идет томат. А 323 как будто смешаны разные сорта. Вот такой томат. Вот это разве 323? И мелкие какие-то, и высокие, и разные. Так что вот урожай томатов открыт. С 25-го собираем массовыми сборами. Почему сейчас собираем? Потому что ожидаются дожди. Собираем, поливаем и ждем следующей партии.